Славится наша страна своими воинами. В суровые холодные дни 41-го весь мир узнал о бесстрашии и мужестве защитников Москвы, в единстве армии и народа, в единении духа и воли к победе. Воины отстояли столицу нашей Родины. Красную площадь покидает сводный военный оркестр Московского гарнизона. Дирижер, заслуженный артист России, подполковник Игорь Шевернев. В составе оркестра 200 музыкантов. Мы поздравляем всех участников войны с годовщиной легендарного парада 41-го года. И еще раз говорим слова, которые будут повторять наши дети и наши внуки. Спасибо вам, победители! Низкий поклон вам, защитникам Москвы! Слава! 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 Итак, на Красной площади только что завершилось торжественное шествие, посвященное 69-й годовщине легендарного парада 41-го. Он состоялся в первый самый тяжелый год Великой Отечественной.